случае чего могу испилить украшения. Наполовину правильно, наполовину неправильно. Так размер все это соразмерно. Да нет, ничего так, брат, нормально. Крест нормально. Пойдет, Нет, крест нормально. Жалко, что, конечно, просто не восьмиконечные, но... Он, у них не было просто. Они делают и восьмиконечные в этот момент не было, потому что суббота все это... Ну, ты имеешь в виду вот эти вот, да? Да, да. Ну, да. Это ладно, это что? Это я думаю, что... И половину-то правильно сделали, а половину... Проходи, Николай. Что-то я не знаю. Что бы снял эту шубу маленько? Сейчас мы скоро, наверное, как будем... Я преклоню сердце мое к исполнению уставов твоих навек до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Ты покров мой и щит мой, на слово твое уповаю. Удалитесь от меня беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего. Укрепи меня по слову твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня и спасусь, и в уставы твои буду вникать непрестанно. Всех отступающих от уставов твоих ты не злагаешь, ибо ухищрение их — ложь. Как изгарь отметаешь ты всех нечестивых земли, потому что я возлюбил откровения твои. Трепещет от страха твоего плоть моя, и судов твоих я боюсь. Я совершал суд и правду. Не предай меня, гонителя мои. Заступи раба твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые. Истоевают очи мои, ожидая спасения твоего и слова правды твоей. Сотвори с рабом твоим по милости твоей и уставам твоим научи меня. Я раб твой, вразуми меня. И познаю откровения твои. Время Господу действует, закон твой прозори, а я люблю заповеди твои Божьи Бога. Согрешения, вольные и невольные, она мне поставила грех молитвы сей, но да будет на все святая воля Твоя и по слову Твоему. Тебе, наш Господь, честь, слава, хвала и держава во веки веку. Аминь. Хотелось бы вспомнить, братья, нам если надо прочитать. Ну, прочтем обязательно. Можно после того, как мы прочитали слово... Нас батюшка просто просил, я это время, да. Время... О чем мы не успеем? Я успею прочитать. Я хотел слово сказать немного о смерти. Вот Господь нас сотворил бессмертными. Слово «человек» означает «чело», это значит, это самая верхняя часть человека находится здесь. Ум находится наш, мозг, разум здесь находится. И век. Век переводится это как вечность. Не 100 лет, а вечность. Человек. Это значит вечно разумный, созданный Господом Богом человек. Была создана и женщина тоже из ребра Господня. И о смерти не было памятования. Пока не начал человек жить в раю. И Господь насадил, написано, посреди
рая, древо познания добра и зла, и древо жизни и смерти было также там. И Господь сказал человеку, чтобы проверить любовь его к нему: умрешь тогда, когда вкусишь вот от этого древа познания добра и зла. И некоторое время человек с женой своей жил в раю и не вкушал от этого дерева познания добра и зла. Ну, потому что он был послушным Господу Богу. Ну и, конечно, не было у него никаких других детей. Они жили с Евой, им было достаточно. Но было нечто самое прекрасное в жизни этих людей. Сам Господь являлся, написано, посреди рая в прохладе дня и ходил с Адамом по райскому саду и беседовал с ним. Рай тогда еще называл свой дом. Эдемский сад назывался он. Это было все на земле, прямо здесь на земле происходило. Потом Господь, когда человек согрешил, забрал этот Эдемский сад, этот рай, и теперь мы не знаем, где рай находится. Теперь райские кущи, небесный Иерусалим, Царство Небесное, оно принадлежит тем людям, которые достигли праведности жизнью своей во Христе Иисусе. Вот наша сестра Раиса отошла ко Господу. Мы прославляем милость нашего Господа, что могли жить вместе с ней здесь и пребывать в лоне церкви одной православной нашей, и в общине даже. И мы были под руководством, водительством батюшки нашего, отца Иакима, который ее отпевал. Благословен наш Господь, что и даровал Он эту встречу и ей со Христом, со Словом Божьим. Даровал и сына такого, который является братом нашим. Вместе мы молились, принимали таинство Божие. И теперь вот то, что было некогда принадлежало человеку сполна, Господь дарует тем, которые все здесь исполнили как должно. Вот сегодня как раз таинство, церковь празднует у нас праздник крещения. Есть такое таинство крещения. Господь даровал это таинство. И это таинство, как, ну, могу точно даже сказать, оно первое таинство из семи в Церкви нашей Христовой. Это семь даров Духа Святаго. Первый дар как раз крещение. Но перед крещением самое важное для человека должно состояться. Это встреча его со Христом, души человеческой, с самим Господом нашим Иисусом Христом. Для чего это нужно? Для того, чтобы человек, познав волю Божью, мог теперь уже с чистой душою, с чистым сердцем, твердой поступью идти за Христом и все исполнять, как исполнил это Господь наш Иисус Христос. Сегодня вода крещения, как бы мы переносимся на 2000 с лишним лет назад, Господь нам показал, как должно исполнить всякую правду. Иоанн Креститель, когда увидел, что Господь идет к нему в воду, тоже креститься, то есть омыть грехи свои, ну, в покаяние. И он говорит: тебе, мне надо накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? И Господь говорит: оставь теперь, оставь, ибо стоит народ на берегу в большом количестве. И так нам нужно исполнить всякую правду. Какая правда, Господи? Как бы спрашивает народ весь. Какая правда? Ангелы спрашивают: если ты святой, если тебе преклоняются небеса и земля, вулканы ты начинаешь задействовать к их работе, истекая лава посредством Слова Божьего. Зачем тебе это все? А для того, чтобы показать людям путь ко спасению. Как нам от смерти перейти к жизни? И сегодня мы видим перед собой хладное тело, труп. Но это не так. Господь сказал: настанет он и день суда, когда я приду и освобожу всех, и все выйдут из преисподней и предстанут предо мною на страшном суде. И будут судимы, говорит, соответственно тому, что делали в теле, доброе или худое. Каждый человек предстанет перед ним в 33-летнем возрасте. Все мужчины будут с бородами, все, что они брили когда-то, все это у них отрастет. Они будут такие бороды, какие у них должны быть в 33 года. Ибо Адам, хоть его и рисуют там безбородным, он был муж уже в летах нормальных 33-летних. Так и Господь тоже. Он почил в 33 года на кресте.
Ну, мы видим на иконах, здесь тоже видим вот икона Христа Спасителя. Тоже видим, что Христос с бородой. Это не просто так. Это образ Божий. Господь сотворил мужчину с бородой. Женщину сотворил без бород. Но вот женщина должна иметь власть свою для Господа и носить платок. Сестра наша всегда ходила в платке. Всегда мы сколько видели, везде всегда она была в платке. Всегда, например, когда должна, принимала таинство. Слово Божие слушала вместе с сыном своим, который ей читал это. Ну и сама она тоже, конечно, тоже читала. Поэтому для того, чтобы достигнуть Царства Небесного, нужно здесь исполнить то, что исполнял когда-то Господь наш Иисус Христос. Поэтому вот слово о смерти, оно может быть и продолжительным. Мы его сейчас прерываем на время, потому что время теперь читать Слово Божие. Послушаем Слово Божие, которое нам говорит о жизни вечной. Начинаем со 132 стиха 118 псалма. Псалтырь Давида, пророка и царя Господня. «Утверди стопы мои в слове Твоем, и не дай овладеть мною никакому беззаконию. Избавь меня от угнетения человеческого, и буду хранить повеления Твои. Осея раба Твоего светом лица Твоего, и научи меня уставам Твоим. Из глаз моих текут потоки вот от того, что не хранят закона Твоего. Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина. Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Мал я и презрен, но повелений Твоих не забываю. Правда Твоя, правда вечная, и закон Твой истина. Скорбь и горесть постигли меня, заповеди Твои утешение мое. Правда откровений Твоих вечно, вразуми меня и буду жить. Взываю всем сердцем моим, услышь меня, Господи, и сохрани уставы Твои. Призываю Тебя, спаси меня, и буду хранить откровения Твои. Предваю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы не углубляться в слово Твое. Услышь голос мой, по милости Твоей, Господи, по суду Твоему оживи меня. Приблизились замышляющие лукавства, далеки они от закона Твоего. Близок Ты, Господь, и все заповеди Твои истина. Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их навеки. Возри на бедствие мое, избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего. Вступись в дело мое, защити меня, по слову Твоему оживи меня. Далеко от нечестивых спасения, ибо они уставов Твоих не ищут. Много щедрот Твоих, Господи, по суду Твоему оживи меня. Много у меня гонителей и врагов, но от откровений Твоих я не удаляюсь. Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова Твоего. Зри, как я люблю повеления Твои. По милости Твоей, Господи, оживи меня. Основание слова Твоего истины, и вечен всякий суд правды Твоей. Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова Твоего. Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею. Закон же Твой люблю. Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей. Велик миру любящих закон Твой, и нет им преткновения. Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю. Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. Храню повеления Твои, откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою. Да приблизится вопль мой пред лицо Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред лицо Твое, по слову Твоему избавь меня. Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим. Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеление Твое избрал. Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твое утешение мое. Да живет душа моя славить Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба Твоего, ибо я заповеди Твоих не забыл. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Упокой, Господи.
Упокой, Господи, но представленную душу рабы Твоей, Раисы, прости и при решении вольные и невольные, и даруй Царство Небесное. Когда время-то? Ничего с собой не возьмет.